У червні відзначається два яскравих свята – День медика і День татуся. Я хочу вам представити нашого гостя, який може бути прикладом і в роботі, і в родині. Це відома людина у нашому місті, це головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. Доброго вам ранку. Доброго здоров'я. Де ваша харизматична посмішка ранкова? Заклопотані, всі в справах, вже переживаєте за роботу. Але я вас буду трошечки відволікати, налаштовувати з понеділка на позитив. Хочу почати із таких родинних справ. День татуся ми відзначили минулого тижня, але він дуже близько з Днем медика. І у вас у вашому житті перепліталися тісно і родинні справи, і роботи. Робота, яка ставала сім'єю, сім'я, яка, власне, теж робота. Що головніше у вашому житті? Робота чи сім'я? Тут тяжело дифференцировать. Наверное, оно все взаимосвязано между собой, потому что мы в основном всю жизнь проводим на работе, особенно медицинские работники. Это и дежурство, вот, и выходные, и праздничные дни. Вот, да, и, конечно же, там спустя определенное время, когда проходит, начинаешь оглядываться и думаешь, все-таки мало дал детям, все-таки работа поглощает много времени. Вот. Но вместе с тем ты показываешь детям пример того, что необходимо работать, как надо работать. Вот. И, в общем-то, дети, смотря на тебя, как ты отдаешься тому или иному делу, вот, да, они, в общем-то, и с тебя берут пример. Вот, поэтому... Так и есть, дети також стали медиками, у вас дорослый сын и дочка. И дочка, да, они оба медицинские работники, вот, и уже отдают, скажем так, долг родине, работают. Кто в дитинстве был у вас улюбленцем, сын чи донечка? Мне тяжело сказать об этом, потому что, ну, одинаково относишься к детям. Вот. Конечно, дочка младше, вот, и ей больше внимания, вот, и она сейчас находится, ну, с нами, вот, поэтому, ну, наверное, сейчас ей больше уделяешь времени, вот, потому что она молодой доктор, вот, и общаемся, обсуждаем те или иные темы, вот, там, в диагностике, в лечении и так далее. Вот. Уже дает татусеві поради? Ну, хочется передать опыт, вот, и, ну, она молодец, она хватает все на лету. Скажіть, будь ласка, а з ким було більше проблем в дитинстві? І чи були з сином чи з дочкою? І чи були рівнощі між дітьми? Знаете, ну, як дітки, от. І я думаю, що вони розуміли, ну, що у мене і жена, вона теж медицинський работник, от, і вона постійно пропадала на роботі, от, то вона на роботі, то я, от, і діти поочередно з нами, ну, оставалися. Я так думаю, що вони розуміли, от, що робота достаточно нелегкая, вот, и вели себя соответственно, вот, да, поэтому как таковых проблем, в общем-то, и не было, вот. Ну, плюс бабушки, вот, помогали, конечно, они помогали и в воспитании, и в обучении, вот, во всем. Я думаю, що наступне питання буде до вас і як до батька, і як до керівника лікувального закладу. І це стосується зараз сезонного такого періоду. Як ви боролися або, можливо, не допускали, і що ви могли порадити нашим глядачам, батькам, як не допустити, які найбільш характерні сезонні ось такі захворювання влітку дітей, і як їх не допустити, які профілактичні заходи до цього? Ви знаєте, даже не столько заболевания, вот, проблемы, скажем, сколько так. Проблемы, вот, да, на сегодняшний день увеличилось во много раз количество транспорта на дороге, вот, да. То, что мы сейчас видим, аварии, пострадавшие, вот, много вещей происходит из-за невнимательности, вот. И сам я езжу на машине, вот, и я вижу, как переходит дорогу, вот, это страшные вещи, вот, люди одевают наушники, люди становятся ногой на проезжую часть, не посмотрев ни влево, ни вправо,
Это в телефоне. В телефоне. Я просто вспоминаю свою бабушку. Вот, когда мы подходили к ней, с ней к дороге, вот она объясняла: сначала смотрим налево, потом смотрим направо. Если нет машин, мы переходим. Вот. На сегодняшний день я смотрю, мама ребенка 4-летнего идет впереди, не смотря никуда, смотря только свой телефон, и в 3 метрах от нее за ней бежит ребенок. Вот. Это, в общем-то, ну, ни в какие рамки не входит. Второе – это перевозка деток. Вот. Забываем иногда, вот, а ребенок должен сидеть сзади и должен быть обязательно пристегнут. Вот. То есть така безпека на дорогах, конечно, дуже актуальна. Конечно. І зараз час відпусток, люди мандрують, їжу, хтось їде, да, на море, хтось до бабусі, хтось в якусь іншу мандрівку. І ось про це варто пам'ятати. Да, це дуже серйозна річ. Вот. І вона закінчується травмами, і інвалідністю, і так далі. Тому за цим треба слідити. Второй епізод – це річка, море, вода. Вот. Ну, мама засмагає, дитина купається. Ідеалічна, да, картина, да, але яка дуже, да, може, да, привести до біди. Мама з подружками розмовляє, ребенок без шапочки, без... І тато також. И так. Ребенок без шапочки, вот, без футболочки, он долго находится под солнцем. Вот. Отсюда идет и солнечный удар, и солнечные ожоги, перегрев ребенка. Вот. То есть все эти проблемы, опять-таки, из-за невнимательности, вот, из-за того, что ты занимаешься своими вопросами, а не смотришь за ребенком. То есть это та відповідальність, которая должна быть за ребенка. Ну, естественно, и вода. Вот, да? То есть ребенок не должен к воде подходить сам. Ну, вот, да, сам купаться. Это должно быть все в присутствии родителей. Вот. Третий фактор – это еда. Так, дісталися, мабуть, до такого щоденного, да, приємного моціону, як їжа, але... Да, на, да, що треба звернути увагу влітку батькам? Ну, во-первых, мы же все смотрим телевидение, вот, да, и там все время говорится, что не стоит покупать какую-либо еду, особенно для детей, на пляже, когда проходит продавец, вот, крича, вот, да, мы не знаем, где хранились эти продукты, вот, как они изготовлялись, каким способом. Ну, ви їстили з дітьми на море? Ви ще ніколи нічого не купляли на пляжі? Ніяку ні мідію, ні креветку? Ми старалися на пляж брати з собою. Да? Если ребенок хочет кукурузку, да, мы, значит, брали, варили эту кукурузу, вот, и брали с собой на пляж. Мы старались объяснять детям, что данная там вата сахарная, вот, да, бычки, вот, еще чего-то, вот, да, что, но, ну, не стоит этим заниматься, мы лучше поднимемся там в кемпинг или в дом, вот, да, и уже дома себе покушаем. Опять-таки, еда, да, качество еды. То есть, попав на отдых, вот, да, конечно, родители стараются ребенка покормить, да, покормить как можно больше фруктов с витаминами, с минералами и так далее. То есть, перебор в этом, это тоже чревато последствиями. Вот. Это расстройство желудочно-кишечного тракта, вот, это всевозможные рода проявлення алергії. От, поэтому... От дитячі лікарні, більше пацієнтів влітку із такими сезонними проблемами? Ні, возникають сезонні проблеми. Возникають, хвиля, от, така, да, йде, да, так? Да. Но не настільки много, вот, ну, не настільки масово, вот, да, но возникають і дисфункції кишечника, вот, і алергії. Вот, найбільше чаще то, що просто до лікарні можуть не доїхати, вдома починають лікувати. Да,
Да, да, да. И вот это же самолечение, вот, да, оно... Это еще одна тема для беседы. Да, да, да. Тут можно бесконечно разговаривать, вот, начиная от рекламы медпрепаратов, которые рекомендуются в тех или иных ситуациях, вот, до того, что кто-то из знакомых посоветовал, надо сделать так, надо сделать так. Благо сейчас все на транспорте, можно вполне прыгнуть в машину, вот, и прилететь, показать ребенка в больницу или семейному доктору, вот, участковому педиатру. Приймаете не по, не по району? Да, конечно, конечно, вот. Ну, сейчас такой переходный период, вот, и, естественно, в больнице обслуживают всех деток, которые обращаются с теми или иными проблемами, вот. Ну, как правило, родители приходят с работы в вечернее время, вот, видят, что у ребенка те или иные проблемы, а центры уже первичной медико-санитарной помощи уже закрыты, вот, да, поэтому в вечернее время они, конечно, обращаются с теми или иными ситуациями. Тем паче сейчас увеличился световой день, вот, детки могут гулять на улице до вечера, вот, и лазят и по деревьям, вот, и бегают по траве, где могут их и укусить что-нибудь, вот, і упасть з дерева, і так, так далі. Ви зараз залякали зранку наших глядачів. Давайте їм на прощання, наприкінці бесіди, скажемо добре слово, якусь добру настанову. І як батько з стажем, і як медики з досвідом. Добрая рекомендация – это надо смотреть за ребенком, неотступно. Это ответственность, вот, и ну, если уже ты произвел на свет, вот, да, то ты несешь полную ответственность, пока ребенок уже не вырастет. Поэтому удачи всем, вот, счастья, вот, и хорошего отдыха в наш летний период. Я дякую вам, доброго вам ранку, легкого робочого дня и цілого тижня.